Доброе утро всем, с вами Дон. Мы находимся в городе Бильефельд у Digital Nox в гостях. Мы что-то с Громом приехали сюда, потусили немножко. Сейчас уже уезжаем, позавтракали плотно. Поедем снова в Кассель. Сегодня вечером я буду крутить видео на 100 барсов. Это видео будет к моему микстейпу новому. Новый мир. Я уже говорил, что он выйдет в этом году. Я говорю, приблизительно в мае. Не получилось. Так вот, он выйдет в этом году, это точно. Я решил, все, запишу его до конца, выставлю. Или сделаю диски, посмотрим, потому что многие хотят купить диски. Вот, надо еще пообщаться, решить, как это лучше сделать. Но неважно. На микстейпе будет, короче, много фичеров. Будет треков 25 примерно. Примерно, я точно еще не знаю. Фичеры будут с моими пацанами с Касселя. И также будет с Германией, с теми, которыми я уже работал до этого. Шот, кстати, Шот из Казахстана, Салам Петропавловск, Царь, КРА, Онка. Ну, в общем, со всеми, с кем я работал уже. Вот. Пока мы с Громом отдыхали в Испании, я узнал, что у меня взломали страничку в Фейсбуке, взломали Твиттер. Я не знаю, кто это сделал, вообще не знаю, почему, зачем это сделали. В принципе, неважно даже, я сделал себе новую страничку. Просто хотел вам сказать, чтобы вы не велись на то, что они пишут там. И то, что я там против Сома что-то говорю, это все неправда. Сом мой брат, родной, кто еще не знал. Я никогда не пойду против своего брата, никогда не пойду против своих пацанов. Так вот, не ведитесь на то, что они пишут. Ждите мой микстейп. Точнее, стрит-альбом «Новый мир». Это будет самая моя лучшая работа, по-моему. Я вам желаю счастливого дня, ждите новые треки. Кто не хочет ждать новые треки, слушайте старые. Кто не хочет слушать старые, ждите новые. Так вот, всем удачи, peace, с вами был Дон.